Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксом. Букс новенький, называется Coin Spade, как-то так. Где мы будем зарабатывать абсолютно без вложений. Биткоин Сатоши. Здесь можно это все перевести. Регистрация здесь наипростейшая. На почту мне ничего не пришло. Заходим, я зайду в кабинет. Так, по имейлу и паролю мы заходим. И у меня на балансе 173 биткоин сатошика. Далее, что нужно сделать? Нужно зайти сразу в сеттинг и прописать, друзья. Так, сеттинг, биткоин адрес. Вот сюда прописываем биткоин адрес. Вот. Даже давайте переведем на русский. Так, добавить новый биткоин адрес. Ну это и нажимаем. Сюда прописываем текущий и нажимаем обновить. Значит, зарабатывать здесь у нас... Давайте вернемся в панель приборов. Это наша домашняя страничка. Значит, обратите внимание, слева у нас здесь менюшка. И вот здесь также менюшка. Здесь все можно... Все же, что и здесь. Чуть ниже находится наша партнерская ссылочка. Вот она. И можно вот здесь просматривать серфинг. И здесь... Пока два вида заработка. Здесь написано три способа заработка. Возможно, я так предполагаю, добавят видеопросмотры. Этот букс мне напоминает вот этот CoinPay. На данный момент у меня 1217 биткоин сатошиков. Минимальный вывод здесь от 10 тысяч сатошиков. И здесь тоже 10 тысяч биткоин сатошиков. Нажимаем Surf AD или можно вот сюда нажать. Без разницы. Как я сказала, тут все одинаково. Нажимаем. И у нас вот такая вот рекламка. 10 сатошиков по 8, 10, 14 сатошиков. Как бы здесь прилично. Ну давайте за 8 сатошиков 10 секунд коротенькую просмотрим. Нас перебрасывает на страничку. Идет таймер. Вот отчет времени. Кликаем на зеленую вкладочку. Все, мы просмотрели. Так, вроде бы. Да, вот меня перебросило. Так, эти вкладочки можно закрыть. Далее возвращаемся в дашборд. Да, в принципе, можно и не возвращаться было. И вот еще такая рекламка. Здесь в активном окне. 9 сатошиков, 12, ну вот по 15 секунд. Также мы кликаем. Ждем опять отсчет времени. И... Зеленая вкладочка, нажимаем на нее также. Все, у нас перебросило обратно в кабинет. О, ну, на просмотр рекламных ссылочек. Так, это я вам показала, как просматривать. Что еще здесь? Так, ну, это реклама. Рекламить проекты я здесь ничего работаю. Рекламить не буду, я буду работать чисто на вывод. Здесь вкладочка «Рефералы» будут отображаться наши партнеры. «Реферал Толс» баннеры находятся у нас. И также партнерская ссылочка. Вот две ссылочки наших партнерских. Первая ссылочка, вторая ссылочка и баннеры. 728 на 90, 125 на 125, 300 на 250. Так. Это я вам показала. Еще я вам хочу что показать. Опускаемся вот здесь все ниже. О том, что этот букс платит. Здесь также есть сеттинг. Можно зайти. И вот Payment Prof.
доказательства вывода. По 10 тысяч, вот кто-то выводил, 13 тысяч, 48. Вот, так, 8, 9. Вот как бы так, то, что букс платит. Так, возвращаюсь. Дашборд. Все основное я вам показала. Это рекламный баланс, это баланс вывода. Нажимаю WinGraph. Так вот, минимум 10 тысяч биткоин-сатошков. Вот они. А сюда сумму вставляем. А здесь вот минимум написано. Вот. Когда будет что выводить. Вывод на прямой кошелек. Так, ну и сеттинг я вам вроде показала. Да, здесь пароль, здесь прописываем биткоин адрес. Кому интересно, пользуемся. Не интересно, друзья, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Будет минималку, как наберу, сразу же поставлю на вывод. До новых встреч!